Очень уважаю вас, комментатор Майдана. Вопрос важный. Сколько, по вашему мнению, у нас времени? Сколько еще Запад и Европа будут нас терпеть, видя, что у нас у власти такие бандиты, как Труханов и так далее? Сколько у нас времени? Еще раз, мы не строим страну для Запада, Европы. Нет, мы для нас, сколько еще у нас времени? Услышьте, пожалуйста. У нас год, три года, пять. Я не хочу это называть. Нет времени. Что ли? Нет, это... Вот, правильно, все времени нет. Что тогда логика? Есть время, ну... Ну, поддержка падает. Еще раз, поддержка чего? Нас, Запада. Вам здесь жить, не Западу. Еще раз, вы слышите? Ну, без них мы ничего не сделаем. Нет, это тоже неправда. Это правда? Нет. Окей. Это не так. Окей. И пока нас будут заставлять думать, что мы живем для кого-то, под чью-то палку, под чью-то дудку, неважно, кто это будет, мы не будем ничего делать. Нам нужно объединяться все вместе. Другого выхода нет.